На зимнем чемпионате Главного управления МЧС России по Волгоградской области пожарные приняли участие в двух видах профессиональных испытаний. Команды продемонстрировали строевую и тактико-специальную подготовку. На спортивно-тренировочном манеже разыгралась серьезная борьба за звание лучших в своем деле. Первым в преодолении 100-метровки стал Артем Иванов. Время победителя 17 минут 47 секунд. Отметим, что участникам даются две попытки. Сейчас начало, можно сказать, спортивного сезона. Все основные соревнования летом идут, поэтому сейчас идет самое начало, втягивающие такие соревнования. Когда на пике формы какие-нибудь рекорды личные ставишь, тогда, конечно, результат приятно греет и вспоминать приятно. Бывает иногда даже лучше, чем ожидаешь, бежишь, когда на пике формы. Одной из самых непростых дистанций у спасателей является подъем по штурмовой лестнице. Быстрее всех тренировочное 4-этажное здание покорил Евгений Спивак. Эмоции, они, конечно, очень приятные. Я очень рад всегда приезжать в этот манеж. Все детство я провел здесь, тренируясь, начиная с 2003 года. Постоянные сборы здесь проходили. То есть я очень рад тому, что хорошо пробежал, выполнил определенный результат. Для меня это такая отдушина. То есть я очень сильно фанатею от этого спорта. Мне нравится им заниматься, его популяризировать. Я считаю, это очень красивый вид спорта, зрелищный. Я скажу так, что данный вид спорта очень сильно мне помог во всей жизни, так как в нем, я говорил, связаны словами тренера и ловкость гимнаста, сила тяжелого атлета, скорость легкого атлета. В этих соревнованиях приняли участие 80 сотрудников противопожарной службы, в том числе члены судейской коллегии. Впервые на соревнованиях организована прямая онлайн-трансляция. Участники показывают хорошие результаты. Победителями в общекомандном зачете стала команда первого отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Волгоградской области. Второе место заняли спасатели специального управления ФПС номер 23. Бронза досталась специализированной пожарно-спасательной части. Ксения Колоскова, Валентина Конышева при поддержке Главного управления МЧС России по Волгоградской области.